Ну что ж, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем хардкорное прохождение Resident Evil Remake первой части. Вот. В прошлой серии мы понабирали много всего, короче. Довольно так много всего мы сделали. Даже умудрились сварить акулу. Вот. Электрическим током. Она была в воде. И сейчас что у нас сейчас нам надо, наверное, книгу взять надо. Мы же в галерею идем. А как же в галерее без книги? Так, где там красная книга наша? Теперь все чики-пуки. Так, погоди-ка. Черт! Не есть хорошо. Второй раз побежал. Ну ладно. Окей. Внимание у нас. Ладно, нормуль. Зато мы узнали, что в классической версии, что в этой версии щупальца есть и там, короче. Так, тут все пчелы. Здесь, кстати, тоже пчелы сейчас будут. Не знаю, чтобы они не мешали. Может, пристрелить их? Ай. Главное, чтобы не кусило. Я промазал. Да чтоб тебя. Так, отлично. От этих пчел избавились. Что у нас здесь интересного в этой комнате? Как-то поспокойнее будет без этих пчел. Старые наградные сертификаты стоят на полке. Большинство из них из города или армии. Окей. Красный цветок, я вижу. Невиданная нами прежде лабораторная техника. Может, она использовалась для каких-то экспериментов? Все может быть. Запирающая дверь механизм. Воспользоваться. О! Та-дам! Символы, которые под лампами-то, помните, были? Надо, короче, что-то делать с теми символами. Ассортимент старых пробирок и колб. Кстати, там колбы, они отличались цветом. А здесь цвет у них один. В принципе. Я думаю, может, что-то с шарами связано. Закрыто на табличке надпись 003. Понятно. Давайте сюда сходим. Труп с выражением боли на лице. Он что-то держит. Спрей от насекомых. О! Сучить. Помповый спрей внутри обилия инсектицида. Какого-то. Так, а туда нам не пройти. Смотрите, там пчел сколько.
Слишком опасно идти дальше. Но у меня есть предположение. Так. Больше ничего не взять. Смотрите на него. Такое ощущение, как будто он умер просто в страшных мучениях, да? Пипец. Так, у меня есть предположение, как избавиться от этих ос. Так, вон дырочка. Вон дырочка. Так, говнецо поп... Ай-яй-яй, отвалите. Так, говнецо попадали. Воу-воу-воу. Да ладно. Внимание. Говори. Так, короче. Меня чуть не зафигачили пчелы, блин. Что за нафиг? Я хоть не отравлен. Так. Интересно, те пчелы, они исчезнут, нет? Ключ от дома взяли. У тебя больше ничего не лежит. 003. Так. Что за звук-то? Рулоны обоев. Это старая печатная машинка. А, смотрите, можно сохраниться здесь прям. Старая, но отличная кровать. Полка с выставленными в ряд красными книгами. Между ними вставлена одна белая. Взять ее. Так, эксперимент в лаборатории органической химии. Сходство в клеточные характеристики быстрорастущего растения, инфицированного вирусом тирана, было зарегистрировано в предыдущих работах. Тем не менее, во время повторения этих экспериментов открылись интересные факты. Мы узнали, что химическое вещество семейства УМБ-20 содержит соединения, которые являются токсичными для клеток растения. Мы дали УМБ-20 новое имя. В-ДОЛТ. Если расчеты верны, то когда В-ДОЛТ наносится непосредственно на корень растения, оно должно погибнуть в течение 5 секунд. В-ДОЛТ можно сделать, просто смешав VP и UMB химикаты в конкретных пропорциях. Однако стоит соблюдать особую осторожность при работе с этими UMB химикатами. Как известно, при неправильном смешивании они образуют токсичный газ. Характеристики каждого химического вещества UMB следующие. UMB номер 3 красный, желтый 6 желтый, UMB номер 7 зеленый, UMB номер 10 оранжевый, VP 017 синий, вишок темно-коричневый. Короче, нам надо будет смешивать всякую ерунду. Пространство между книгами привлекло ваше внимание. Переплеты книг, кажется, формируют какое-то изображение. Переставить книги. Так. Окей. Посмотрим, что еще здесь.
старые карты были выброшены в мусорную корзину. Они похожи на дорожные карты, но сейчас они бесполезны. Ясно. Давайте посмотрим в ванной, что у нас есть. Ванная у нас по-любому... Корни какого-то гигантского растения торчат из стены. Так. Надеюсь, зомбаков здесь никаких не повылазит. Просто воду спустил и все. Ни черта нет, что ли? На полках стоит различная мыло и косметика. Они все произведены Амбреллой. Окей, давайте разбираться. Давайте разбираться. Вау, я думаю, что шумит. А это вон мотыльки. Гигантское растение разбивает стену. Стая злой моли окружает его. Все, больше здесь ничего нет. Ваш обзор ограничен густыми зарослями деревьев. Отжечь вас. К чертовой матери. Давайте разбираться с книгами. Так, изображение формируют. Изображение. Ну, в принципе, я вижу, что это за изображение так-то, в принципе. Смотрите, пупок. Это нога. Да? Да, да. Ну и, короче, делаем вот так. Чпунь. Переставить книги. Так. Голая женщина, видите? Сиська с открытым ртом. Так. Вот это. Чпуньк. Это, наверное, сюда. Чпуньк. О, да ладно. Много передвигать не пришлось. Текс. Крис! Ребекка! Это бесполезно. Есть его корень в подвале. Ты можешь... Возьми этот документ. В нем инструкции по созданию яда, который убьет эту тварь. Введи его в корни, скорее. Крис! Жесть, жесть, короче, жесть. Мне нужно торопиться. Играем за Ребекку. За Ребекку Чемберс. Нам дали такой... такой шанс. Смотрите. Какой у нее костюмчик прикольный. Так, нужно яд сделать. Крис передал ей... документы. Я так понимаю, это вот то, что мы последнее взяли. Про органическую химию, да, получается. Ну. Еще нам надо открыть вот эту дверь. А вот за этой дверью, я так понимаю, и есть эта лаборатория. Давайте вернемся, короче,
какому-то с бильярдными шарами, посмотрим. Что к чему там. А смотрите, эти пчелы-то исчезли. Ну это хорошо. Блин, с другой стороны, хорошо, что не придется сражаться с этим. С этим большим монстром-то, с этим. 42 растением. То что жизни у меня и патроны все потратили. Которые копили и копили. А так и патроны сэкономим. И не умрем, в принципе. Хотя я не знаю. На время это, не на время. Так. Давайте посмотрим. Это у нас красная. Да? Лампа светит красная. И глаз с черточкой. Красный глаз с черточкой. Так, зеленый. Пустой глаз. И оранжевый глаз с черной точкой. Черточка красная, пустой, зеленая, оранжевая. Давайте. Так, по цветам шары. 3 красный, 5 желтый или оранжевый, 6 зеленый. Три, пять, шесть. 3 красный, 5 оранжевый, 6 зеленый. Правильно, 3 красный, 5 оранжевый, 6 зеленый. Думаю, правильно. Так, возвращаемся обратно. А, к корню надо будет возвращаться туда. Понятно. Еще как смешивать, делать этот яд вообще непонятно. Так, сюда. 3 красный, 5 оранжевый, 6 зеленый. Правильно же? Так. Пустой глаз у нас какой был? Зеленый. 6, да? Это у нас оранжевый. 5. И с черточкой красный 3. Крутяк. О боже. О боже. Возьмите пустая банка. Пустая банка. Пустая банка. Еще одна пустая банка. Набрать. Нет, погоди. Так. Что-то написано на стене. 1 плюс 3, 4. 4 плюс 6, 10. 1 плюс 6, 7. 10 плюс 7, 17. И так далее. Так, с файлами что у нас тут?
Так. Ага. Ага. Так, видолт можно сделать просто, смешав VP и UMB химикаты в конкретных пропорциях. VP и UMB. Что там, характеристики каждого химического вещества UMB следующие. О боже. Так. Здесь больше ничего нигде не написано. Чего там? Вода? Вода. Окей. Желтый 6. Нет, погоди. МБ номер 3. Ага. Так. Один, три, четыре получается. Что-то я вообще не въезжаю. Так. Итак, друзья, нам нужно соединить все химикаты, чтобы получилось 20. В общей сложности, короче. Вот. Так, для этого мы делаем. Мы налили воду. Это один. И налили УМБ номер 3. Так, комбинируем. Получается у нас 4. 004, да? Вот. Так. Впустую мы нальем. Так, это у нас 3. Нет. Кислоты. 6. 6. Комбинируем, получаем 10. Отлично. Теперь нам надо сделать 7. Наливаем кислоты, воды, смешиваем. 7, да, у нас получилось 7. Комбинируем. Это 17. И 3. Все четенько. Копировать. Ой, копировать я. Комбинировать. Вот он, V-шок. Все четко. Изучить можно. Характерная коричневая жидкость. Все крутяк. Нашему растению 42. Сейчас придет кирдык. Вот. Что? Двигаемся к корням. Спасем мы Криса. Вот. На этот раз. Крису не получилось спасти Ричарда, но долго горевать нельзя, как говорила Ребекка. И обиды тоже. В принципе, Крис же не виноват, он сделал все, что мог. Если бы я не перепутал там двери и не нарвался на зомбаков, может быть, я бы и успел спасти Ричарда. Но что сделано, то сделано. Thank you.
Ребекка же, по-моему, это дочь Барри, который, в принципе, пропал тоже, да? Вроде как. Если я чего-то не путаю. Так. Нам сюда же? Нет. Не сюда. Нам надо выше. Так, блин, опять напугала меня. Это акула, я и забыл, что она живая еще. Что-то она долго так живая. Так. Как щупальца. Щупальца осьминога. Похоже, бутылка вам больше не нужна. Выбросить, да. Чётенько. Так, здесь ничего не интересно. Похоже на механизм управления системой резервуара. Она сломана и не работает. Ну, это все, в принципе. Чё это она так посмотрела? Че, нам еще драться с ним надо? У нас жизни нет. Еще и драться. Вы че, прикольнулись, что? Окей. Давайте. Возьмем аптечку, сходим. Возьмем аптечку, да, надаем люлей. Пипец. Ему яд прям в корни пустили. И он еще живой. Как так? Что поделаешь? Че, револьвер? Ну, магнум я не буду брать. Я думаю, так загасим. Я думаю, мы его просто ослабили, короче. Этого монстра. Сейчас он будет послабее, я думаю. Его можно будет легко вообще загасить. Эту луковицу. Сейчас мы нарежем ее в суп. Все, готовься к смерти. Чудовище. Ладно, он еще брызгается какой-то херней. Умирай.
Ой-ой-ой-ой-ой, брызгает какой-то херней. Я там попадаю по нему, нет. О, пыльца какой-то у меня. Перданул какой-то фигней в голову. Заманал. Все, отлично. После такого и будет аллергия на растения, блин. Все, замочили мы эту дрянь, короче. Можно спрыгнуть вниз, нет? Все равно пришлось потратить патроны, потратить аптечки. Листья, прикинь, сейчас захлопнется просто и Криса съест. Так. Ни черта. В камине у нас что-то лежит. Ключ. Ключ особняка. Что здесь делать ключ от особняка? Ключ с изображением шлема. Что, друзья, надо возвращаться обратно в особняк. У нас как раз, кстати, и остались двери со шлемом. Дверь отказывается открываться. Крис, Крис, ты в порядке? Да. Кажется, мы уничтожили эту проблему на корню. Я у тебя в долгу, девочка. Я рада, что смогла помочь. Ребекка. Спасибо. Крис, это рация Ричарда. Не так давно была передача. Брэд все еще летает, но кажется, он не слышит нас. Хорошо, я возьму рацию. Мы как-то должны дать знать Брэду о нас. Я нашла фармацевтическую комнату. Думаю, что смогу найти что-нибудь полезное. Я буду там, если что-то понадобится. В любом случае, я рада, что с тобой все в порядке. Она запала на него. Ну, Ребекка. Крис принадлежит Джилл. В этой комнате есть все виды медикаментов. Позволить Ребекке залечить ваши раны. Ну, давайте попробуем. Да, если можно. Ребекка обрывает ваши раны. Спасибо. Кто-то явно знает, как вести дела. Большинство медикаментов здесь из Umbrella. Ты не знаешь? Они крупнейшие налогоплательщики в этом производстве. Большую часть этих препаратов сделали они прямо в Ракун-Сити. Домашние, да? Что домашние? Береги себя, Крис. Все, да? Все так все. Возвращаемся. Нам нужно отправляться в особняк. Здесь с этим зданием все покончено. Уэскер? Уэскер? Крис. Крис. You're alive. Ты жив. My words exactly. Ты украл мою реплику. Where's Jill? Где Джилл? Я думал, что ты с ней. Yeah, I know. Да, я знаю. We got separated. Мы разделились. I see. Ясно.
В любом случае, нам лучше найти выход отсюда, пока мы не стали едой для зомби. Есть предложение, Вескер? Мы должны глубже разобраться в ситуации. В том особняке исследованы далеко не все комнаты. Крис, я хочу, чтобы ты проверил их еще раз. Я продолжу расследование здесь. Договорились. Все. Мутный Вескер. Свалил. Так, ну здесь все, да, больше не появятся эти. Можно хоть забегаться. Щупальцы больше не вылезут. Так, и что там? Я хотел, короче, еще синюю траву же перетащить. Так, не туда побежал. Синюю траву. Травушка-муравушка. Сложим в ящик на всякий пожарный. Так, кое-что забыл. Кое-что забыл. Где тут сохранка? Ну что, на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Вот. Победили мы злобное растение. Это все-таки пришлось поломать голову с этим смешиванием яда. Но я думаю, лучше поломать голову, чем потратить все боеприпасы, все аптечки. Вот. Все запасы свои. Лучше так. И кому понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, ставим дизлайки, оставляем комментарии, оставляем подсказки свои, вот, свои отзывы, мнения. Подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока!